Простите за видео. Приятно Ладно. Читать ваши проницательные комментарии поддержки. Хорошая у него картина за спиной. Как я устал снимать эти переписки, и по мне это видно, что мне это просто надоело. Ну ладно, чего вы так серьезно воспринимаете-то? Мне самому нравится, если это кому-то поднимает настрой. Есть, конечно, вещи, которые мне было бы интереснее снять. Так я их и снимаю. И те, кто только переписки комментирует, хоть на сам канал заходите иногда, что ли, ради приличия. Да вот я ж чередую. Не-не-не. Для души и для вас, без да нет, души. Спасибо. Да нет, спасибо. Но все равно для вас. На самом деле, да это неправда, мои принципы да не нет. позволяют мне не вкладывать душу. Мы с этим разобрались, давайте приступим к ролику. Иногда приступим. Ой, осторожнее, есть бан-слово, когда будут говорить про иностранцев. Ну так, а можно, блядь, просто тайминг, а не вот это? Осторожно, там есть бан-слово, когда будет вот это вот? Когда, блядь, а тайминг просто скинуть? Не судьба, что ли, алё? Мне скинули какое-то видео. Вэри Пок соревнуется с гайкой. Так. А! Он не съел! Он не съел! Он не съел, посмотрите! Оп! Он не съел! Какого хуя? Так он проебал, получается. Он опять не съел! Ну-ка, а я тоже, кстати, могу соревноваться, нет? Куда там ебать? Так. Я победил. Я победил. Какой мелкие казусы, как с Давидом. Привет. Добрый вечер. И вам. Вы, наверное, по ошибке мне написали. Наверное, сейчас уточню. Да, простите, я действительно ошиблась. Пришлось поднимать базу, архивы, сами понимаете, бюрократия, но, слава богу, мы разобрались. К сожалению, некоторых людей постигла жестокая судьба. Вследствие... Блядь. Ну, не. Этого они даже могут поздно. Называть себя странно. Конан, тоже мне варвар. Привет. Привет, Алечка, ты очень симпатичный. Ебать, он пополнил? Разве? Ну-ка. А? Ну, не, ну, давайте попробуем включить его видео какого-нибудь, какой-нибудь годичной давности. Ну, например, вот это. Всем привет, простите за этот ролик. Блять, а чё я... А я? Почему я так не могу, блять, сколько надо жрать? А? Ну сколько, блядь? За что, блядь? Я тоже хочу. Алло! Конан. Кого, блядь? К диетологу сходи. Ага. Сейчас, блядь. Суетолог пойдет к диетологу. Да, да, блядь. Уже бегу. Отличная девушка. Ты такой няша, так мило сисечки сжимаете бицепсами. Спасибо, милая, там есть что сжимать. Вижу, люблю людей с ожирением, это мой кинг. Ты хочешь сказать, у меня ожирение? У меня пауэрлифтинг. Жму лежа, приседаю со штангой, подтягиваюсь. Ого, и как давно у вас пауэрлифтинг? 16 лет, дорогая. И бодибилдинг, и пауэрлифтинг. И что, врачи не могут вылечить? Изард сам виноват в том, что затеял. Привет, ты красивая, а что бы ты хотела? Кстати, мои будущие болезни. Имейте в виду. Ну, бодибилдинг, power ли... Кто, блядь, power... Чё? Подожди. Power лифтинг. Подожди, power это же вроде power! Ну, типа, энергия, сила, нет? А лифтинг это что? Лифт? Сила. Сила лифтинг, подожди, окей. Power, сила, лифтинг, сила лифта? Что нахуй? Типа, лифт поднимается, то есть, вверх. То есть это типа сила вверх, то есть... А, нихуя. Врачи не могут вылечить. Эдуард сам виноват в том, что затеял. Привет, ты красивая, а что бы ты хотела? Не хочу спрашивать. Но и писал он достаточно странно. Наверное, это интим-салон? Да? Сколько? Здравствуйте, вы обратились в интим-салон. Оставайтесь, пожалуйста, в этом чате, вам ответит первая освободившаяся девушка. Приблизительное время ожидания 6 минут. Пока вы ожидаете, предлагаем послушать песню Рика Эстли «Never Gonna Give You Up» на YouTube. Ну, знаете, как это обычно бывает, время ожидания было немножечко больше. Спустя 3 часа... Доброй ночи, меня зовут Марина, как могу вам помочь? Я принимаю, ты же не ты. Ну давай секс. Сколько девочек ставите на аватарку? Высший класс. Спасибо, мы стараемся ради...
На аватарку 3. Наших клиентов. Какие предпочтения в сексе? Вам выездной или онлайн? Выезд на дом возможен? И сколько? Как на фотке такой девочки нет и не будет. Понимаю. Ебать, он, конечно, намеки делает. Так, скажи, мне нужна девушка с аватарочки. Да ты сука! Как ты загибал! Все нахуй, сегодня я пофикшу эту ебаную, блядь, рулетку. Увы, да, у нее бронь за 3 дня. Да, такой ответ ему не устроил. Я вам опишу Сережку. Он был в такой модной кепке Нью-Йорк. Кстати, в Нью-Йорке. Такими темпами поедания батончиков ты скорее проблемы со здоровьем заработаешь. Хорошего стрима и вечера. Интересно, интересно, какие же это могут быть проблемы? Давай, расскажите. Вы, я так понимаю, тот самый диетолог, да? Спасибо за 120 рублей. Плоским козырьком в крутой куртке, кожанке. В общем, я сразу знал, что это человек. Привет, красотулька. У нас взаимная симпатия. Поздравляю. Сережка! Ура! Наконец-то хоть с кем-то. У меня на этот день стоит особая бутылочка вина. Первая симпатия. И такая удачная. Это была не первая симпатия, просто они любят, когда им льстишь. Вы рэпер? У меня много друзей и знакомых занимаются рэпом. Я что-то никак не вдохновлюсь. И да, кстати, лучше на ты. А ты тогда кто? Друзья называют меня философом. О-о-о! Нахуя? Зачем? В общем, с философом у него может быть только то, что он тоже спит в бочке. Ну и прохожих кусает. Я хотел поднять самооценку Виталия, но он не хотел. Тачка крутая. Прикалываешься, когда это Опель стал крутой тачкой? Ну вы так стоите около него гордо, я подумала, крутая. Ну простите, лоховская тачка. Аля, а что такое Би? Что это за ориентация? Еще другой вопрос, я немножко отстал от жизни. Буду благодарен, если напишешь, что означает асексуально. Я решил ответить на это сам, потому что в интернете ведь его ведут в заблуждение из-за того, что он более старшего поколения, не упустит эту возможность, подлянки. Это когда перед сексом говоришь букву А. Это новая мода такая. Говорят, повышает либидо. Очень интересно. Но думаю, ответ не совсем правильный. Ха, если вы такой умный, давайте-ка скажите, что это значит. Я все-таки с молодежью общаюсь и лучше знаю. Я не знаю, если бы не знал, не спрашивал бы. Просто сказать букву А, это смешно. Не просто сказать, балбесы, а чувство и эротично. Спасибо, просветило. Пожалуйста. Была бы у них нормальная профессия, не занимались бы такой фигней. Но в хорошую профессию. Профессию еще надо успеть запрыгнуть. Сейчас самое время для профессии Data Scientist. А, да, блядь. Хорошо, сейчас запрыгну. Дай только 5 минут. Жопу помою, запрыгну. Эти по ссылке в описании, зарегистрироваться на курс и заполнить собой промежуток среди специальностей. Да. 60 лет это тот возраст, в котором ты все меньше опираешься на эти предрассудки, которые мы называем приличиями. Я бы, конечно, с удовольствием... Сергей, там что, не Сережа, что ли, сидят? Прижался к твоим классным сисечкам, своим толстеньким и достаточно большим, длину мальчиком, но ты слишком далеко. Он бы тебе очень понравился. Как пацана зовут? Вы с внуком приезжаете, не проблема. Ну, во-первых, мальчик, про которого я говорю, он в штанах, длина его 28 см. И толщ в обхвате 20 см. Вот этот мальчик хотел бы проверить все твои дырочки и твой язычок, но я за 14 сотен километров у тебя. Не 14, а 1400. А уж деревья растут сотни лет. Ваш баобаб за 60 лет немного дорос. Но минус налицо, конечно. Тебе такие баобабы не нравятся? А при ходьбе колени не больно? Почему они должны болеть? Ну, не бьет по ним, пока болтается. Еще девчонкам такой размер даже нравится. Кто не пробовал, тому не понять. И кажется, иной раз много, но когда попробуешь, то понравится. С какой уверенностью он об этом рассуждает? Да понял я, блядь, заебали! 14 сотен, блядь. Ему понравится, засрали когда нахуй в них тумбу суют. Он по ширине у вас не намного меньше, длины квадрат почти. Ты не поняла, длина 28 по толщине в диаметре, он 6 см, этого хватит, кажется, много. Да, в целом сходится. Простите, если оскорбила. Сколько у вас жертв уже? Вы же маньяк-членоносец. Ты, наверное, думаешь, я садист? Любую женщину можно подготовить к любому сексу. Конечно, вы отлавливаете жертв и готовите их к финальной минуте их жизни. Это же одноклассники, да? Четвертование через дедовское солями. Но если всех женщин, с кем я был считать жертвами, то процентов 95 из них были счастливыми. Нет? А таких было за мою жизнь больше 1000. Где столько извращенцев сидит? Ужас. Это было не четвертование, а насаживание на шампур. Ну вы настоящий Квазимодо. Что, я такой страшный? А каких размеров тебе нравится? Почему страшный? Он же был любовник. 1000 женщин за одну ночь. За свою жизнь ты не вы, а Квазимодо. Или по-другому его звали. Мне до него далеко. И мне кажется, это миф, и такого быть не может, просто с минут на одну женщину. Бля, можно уже следующего, это Серега надоел. Это чистая правда. Если за 24 часа, то получается 1 минута 40 секунд на женщину, и какое ей удовольствие. Ведь любая женщина любит более длительный секс, ну как минимум 15-20 минут, а по-хорошему часа 2-3. Давайте...
сопоставим его со своими вычислениями. Скипать то ли Серегу? Ангел, то ли бес. Да ладно? Снизошел до нас. Потерпим. Небес. Привет. Привет. Откуда ангел. Вы такой? Ангел. Москва, а ты? Звучит Москва. Немного обещающе. Падший ангел. А то, как я нет больше, я из самого дна ада. А, да? Красава. С московскими ангелами я не хотел бы связываться. Мужчина с очень странными родственниками залетел ко мне в чат. Давай привет, дальше. Аля, ну, как блядь, настроение? Азбек. Буду рад с вами познакомиться, Казбек. Привет, Казбек. У нас так собаку породы, как нормально, кошка, запятые вообще звали. Потеряли. Это вызывает у меня ностальгические чувства. Буду рада, Аля. Я рад за тебя, Аля. Казбек — это горы. У меня пятеро братьев, все подожди. Они горы. Бля, на юге. Они чего? Приемные? Или у вас кто-то из родителей гора? Как они тогда секцией занимались? Нет, все родные мои братья. Мама родила одну сестру и пятеро замуж, братьев. Мама успевала рожать. Москва территориально в каком районе живешь? Вот и с чем занимаешься. А если бы не успела? Территориально. Это все по согласии деда. Аля, можешь обращаться по телефону? Будет очень приятно, если не против. Именно в этом единственном диалоге я только хотел дать телефон, начать общаться. Аля, молчим. Ну давайте помолчим. Часто братьев навещаете. Мы очень дружно живем, все успешно живут. Я живу на берегу Каспийского моря, город Дербент, это РФ, юг России. Могу пригласить вас отдохнуть у нас, как в Швейцарии. Очень много достопримечательностей у нас. Видите? Подожди, где нахуй, как в Швейцарии? Я живу на берегу... Окей, на берегу Каспийского моря, город Дербент. Вы знаете, я, пожалуй, загуглю этот город. Дербент. Реально есть такой город. Ух, нихуя. Нихуя. Нихуя, ебай. Хуя себе, блядь. Смотрите, блядь, что за хуйня в чате происходит? Что за ебень ебаная в чате происходит? Можно модераторы разобраться с этой хуйней? Откуда это говно в чате? Это боты, что ли? А-а-а! Стоп! Отмена, модераторы, не трогайте! Это рейд! Сори! Это строго зарейдил, блядь! Ёбаный рот! Ты чё, ебанулся, что ли? Я испугался, думал, ну боты, блядь! Вы посмотрите на это, пиздец. Это вообще нахуй, что такое, блядь? Здорово, спасибо. Спасибо, спасибо. Я вообще в ахуе. Так, можно, блядь, город показать? А то показывают только одну крепость. Да чё за... Я не понимаю. Ладно, неважно. Так это и есть город. То есть мужик живет в крепости. Я понял, хорошо. Очень много достопримечательностей у нас. Видимо, вы в Швейцарии не были. Ошибай. Подожди, а где территориально? Территориально? Орально? Ой, бля. Не, ну ладно, нормально, в принципе. Ошибаетесь, Аля. Чего же я еще о вас не знаю? Согласен, Аля. Ошибаетесь, Казбек. Привет, Аля. В чем я ошибаюсь? Аля, мы можем увидеться и познакомиться. Одна встреча заменяет 1000 смс, согласна? Ошибаетесь, Казбек. Максимум... Лучше 1000 рублей. То. Но цитата красивая. Кто ее сказал? Это я так писал тебе. А кто сказал, не знаю. Так как насчет встречи? Я не хочу проводить с кем-то 10 тысяч встреч. Я хочу написать 10 тысяч смс. Брюс Ли. Сергей? Серьезный мужчина. Привет, кого ищешь? Три дня назад мама ушла в магазин и не вернулась. А как строго зовут? Надеюсь, не Сергей? Ваня! Ой, то есть... А, Ваня! Ой. Хорошее имя. Это почти как Саня. Ванек, Санек. Ваня, Саня. Сашенька... Блять, здесь уже не получается. Ваненька, что ли? Не. Домой. Поисковые работы ведутся. А я на всякий случай решил найти надежную опору себя. Понятно. Я ищу серьезные отношения. Обожаю местную невозмутимость. Что ты мне скажешь? Просто понятно. Вся моя семья стала жертвой маньяка, я чудом сбежала из его подвала. Понятно. Номерок WhatsApp скинешь? Вот я тоже. Вот вы насколько серьезные ищете? Серьезные отношения — это чтобы жить вместе. Нет, ну это не серьезно. Я и с подругой жить вместе могу. А еще серьезнее, если то как. Я родился в Москве и живу в Москве. Это и правда звучит серьезно. Прожить всю жизнь там, где ты родился, не каждому под силу, знаете. Вроде бы бытовое начало диалога привело к глубоким размышлениям. Как дела? В каком смысле? О, Дмитрий. Я не знаю даже. Постоянно просто принято такое спрашивать, но я никогда не придавал этому значения раньше. Ваш ответ будто глаза открыл на бессмысленные детали межчеловеческих взаимодействий. Давай не умничай. Ладно. Володя выглядел... На самом деле реально задолбал, вот когда пишут люди, ну привет, как дела?
Я всегда отвечаю, ну нормально, блядь, а шо, как мне? Даже если у меня все будет настолько хуёво и плохо, я все равно не скажу, типа, блядь, привет, ты знаешь, у меня так все хуёво, чтобы чел потом такой начал тебя еще заебывать другими вопросами. А что случилось? А что не так? А что? А как? А как? А где? А чё? И всегда отвечаешь, ну, нормально. Ебаная, даже если, блядь, плохо, даже если очень я хорошо, нормально. Множитель. Поэтому вопрос вообще глупый. Не задавайте этот вопрос никогда, ребят. Как дела? Да никак, блядь. Вот я такой вопрос, возможно, кому-то задавал. Но старайся это делать редко. Так, будто только откинулся, но все обернулось иначе. Сидячий? Нет, и никогда не сидел. Живу в Орехово-Зуево, работаю в Москве. Ноги не болят? Я выносливый. Во всем. Ну, конечно, за жизнь ни разу не присесть. Это в чем же еще? Антилопу несколько суток гнать можете. Как потомственные жители африканских племен. Ну, за несколько суток не скажу, но ночь гарантирую. У меня вопрос к тебе, только не обижайся. Как ты относишься к групповому сексу? Главное, чтобы коллектив дружный. Просто такой принцип помогает почти во всех аспектах Сапка жизни. Была. У меня есть девушка, мы с ней практикуем свинг, есть опыт в жжж. Чё-чё, у меня есть девушка, мы с ней практикуем свинг, есть опыт в жжж. Что это, блядь? Чё за жжж? Они машину пытаются завести какую-то или что это? Особенно вот этот. Окей, я знаю, что это такое. Мужчина, женщина, мужчина. Но здесь получается мужчина, женщина, мужчина, мужчина? А здесь... Типа два мужика, две женщины, что ли? Подожди, почему здесь две женщины, один мужик, а здесь три мужика, блядь? А прикиньте, если просто... Вот это вообще балдеж. Нет, отличный танец. Я немного занималась полькой. Если есть желание, можем договориться о встрече и пригласим к себе с ночевкой. У вас комната закрывается? А, я понял. У нас квартира. Неужели... Понял. Мы до этого докатились. Однушки, нормально, потом не просто студии, теперь бескомнатные квартиры. Ну такое происходит, когда уже, знаете, пара вместе лет 40, и они за эти 40 лет уже все испробовали, все, блядь. Все, что можно было в сексе использовать. Баклажаны, блядь, арбузы. Вот, все, короче, все уже заюзали, как бы стало скучно, уже ничего не возбуждает, и понесла, блядь. Ну это уже последняя стадия, скажем так, финальная. Вот если у вас есть такая ситуация в жизни, и у вас уже все, тут уже, считайте, это как финальные титры уже, все. После этого следует уже ничего. Комнат нету, значит. У нас однокомнатная квартира. А где же я ночевать буду? Я не хочу хозяев стеснять. Хозяева — это мы. А, о, точно. Ну вот вас, не хочу стеснять. Кровать у нас большая, все поместятся. Я так поняла, вы на кухонке, а не уступите. Сексом будем заниматься все вместе, и спать будем вместе. Мы были МЖМЖМ, мы все вместе. Подожди, три мужика, две женщины. Нахуя ему три... Третий мужик, зачем ему? Я этого не понимаю. Не, я в принципе не понимаю, даже если ты как бы занимаешься сексом с женщиной, ты, она и еще какой-то мужик с другой стороны. Это же, блядь, как вообще? Типа, фу, фу. Никогда бы так не смог. Это хватало. Кому грязи эдакий. Количество этих букв все растет и растет. Скоро придется брать в степень. Рома стоял на фоне прекрасного новогоднего домика. Это и послужило началом беседы. А чего дом такой маленький у вас на фото? Ну такой домик у нас. Как дела? Сколько стоил? В смысле? Как дела, блядь? Не продается. Краденый, значит, своровали? Как дела? Это точно важно? Это точно важно знать, как дела. Как будто его реально интересует, сука, как твои дела. Дом вы построили сами? Это макет, не дом. По макету строить будете? Нет, не умею. А как умеете? Кем работаете? Дворник. Чем занимаешься? О, я тоже дворник. Коллеги. Скоро бан? А, кстати, да, точно, я и забыл. Значит так. Ну и чтобы не выдать себя, я начал говорить о том, о чем обычно говорят дворники. Ты сколько в день взмахов метлой обычно делаешь? Они что ли не считают совсем? Я думал, там платят за взмахи. Внимание! Прошу обратить внимание на статистику. Видите? Она нехорошая. Вас смотрит неподписанными много очень. Подписывайтесь и колокольчик жмите. Простите, что я это сделал. Бля, я должен был предупредить. Руслан написал мне до того, просто, как... видимо, я есть вот эти вот 48%. Я залил фотографии. Куда они торопятся? Что за стрельба на опережение? Приветик, ты в Туле не бываешь? У меня даже фотографий нет. Откуда такой уровень доверия? И что, целка или бешься? А что... Ебать, жесткий тип.
Ссылка или бежься, ёпта. Сыщебай в Тулу быстрая, бля. Прикатывай, ёпта, бля. Сама платишь нахуй, билеты ебаные, бля. Давай, обнуление. Бля. Какого чёрта, а? Смотрите, справа 50 сабок, слева обнуление сабок. Мже, блядь. Почти. Стой. Лучше? На всякий случай решил уточнять его предпочтение. Бёшься, конечно. Тогда да, много. Или лучше немного. Много. Я очень много на самом деле. Даже больше. Господи. Вот так. Круто? Куда даёшь? Да попросите. Господи, что, блядь? Чё этот Руслан какой-то реально маньяк, блядь? Опку даёшь? Дам только танус. Сука, он его еще так озвучил, реалистично. Маму. Кому? Самому ему. Непонятно? У тебя большая или маленькая попка? В ладошку влезает, ну, в папину. В мамину нет. Термоглотаж. Это личная рекомендация. Это вопрос. Вообще-то утверждение. Это был вопрос. Нет, утверждение. Он, мне кажется, с членом в руке ей писал. Ему, точнее. Утверждение. Термоглотаж. Хороший вопрос. Да так глотаешь. Смотря что. Хороший. Даю в попку. Ты как в Бэтмене, блядь. Где детонатор? Где детонатор? Сперма! Ай. Вопрос. Не все ответы доступны сразу. С Димочкой мы поиграли в города. Что так? А, это мужчина, да? Не. Брест. Город. Нет. Брест по-английски это огродь. А что? О как? Не знал. У тебя она супер. Спасибо. Учите английский. Пригодится, когда нас захватят пиндосы. Я бы трахнул тебя. Я забыл про банворд. Ну, блядь, осуждаю, конечно же, такое слово. Что я могу сказать? Я думал, то что-то похуже будет. Ну, а за это вроде не банят. Но я в любом случае, конечно же, осуждаю. Не одобряю такие выражения, блядь. Даже дизлайк на видео поставлю специально. Вот. Сибирский, блядь, ты что, охуел? Я знаю, ты это увидишь. Поосторожнее, пожалуйста. Мне как реакции делать потом на твои видосы, блин? Осуждать сидеть, что ли? Что это вообще за фигня? Надо по-английски. Не одобряю. I would trahing you. Начали с городов, закончили английским. Английским продуктивный диалог. Дмитрий беспардонно полез целоваться. Чмоки-чмоки. Зубы чистил. Естественно. А ты? 9 из 10 стоматологов рекомендуют чистить зубы, знаешь. И что? Я доверяю 10-му. Природа сама справится. Веками эволюции же как-то справлялись. Ся. Без зубов останешь и все. Желтые все время. Они от природы желтые. Свои-то видел. У меня норм. Тоже желтые? Неа. Так ты это не норм. Обратитесь к стоматологу. Заботьтесь о здоровье своих зубов. Давно я не встречал таких противоречий, как в следующем диалоге. Привет, солнце. Давай познакомимся. Дарк кто? Я Сега. Би, Москва. Сега, блядь. А я Дэнди, блядь. Уи. Чё, кто это? Серега, что ли, или чё? Что такое Сега, блядь? Сокращенными Сереги. Что это, блядь? Дарк какой-то, блядь. Серега, нахуй. Уи, Сега, блядь. Баумовская. Итак, история. Представьте, заходит ковбой в бар и говорит: возбуждают девушки и красивые большие члены. Нужна партнерша для совместного минета в два языка. Какое удачное совпадение, я Аля, по паспорту Александр. Так ты парень? Ну уже нет, на 50%, а на 50% да. Девушка с членом в то... Обнуление! Да блядь! Охренеть! Обнуление, сосать, нихуя, снова нихуя, опять нихуя. Это я понимаю, рулеточка, блядь. Вот это я понимаю, рулеточка, блядь. Точку. Такая новость для него словно священный грааль. Как давно в два языка строчишь? Пока ни разу, но хочется попробовать. Понимаю. Сколько у тебя см? 4. Мне как-то сразу не задалось быть парнем. 4 см в длину? Необычно. А есть его фото? Нет. О. Жаль, даешь сосать. Ой! Блядь. Чего бы нет. Но это все детские несерьезные игры, мне интересно будущее. А какую перспективу в этих отношениях вы мне можете предложить? Можно серьезные отношения. У тебя есть фото в полный рост? А нафига? Хочу ножки увидеть. А я думал, вы по мужчинам. В каком смысле? Прямом. Не, мне только девочки нравятся. Так он же сказал, что он парень. А сколько у тебя СМ? Алимжан, спасибо. Да, то же самое, как и у него, тоже не особо повезло. Ну, у меня на пару сантиметров больше, конечно, но все равно не хватает. Можно и с членом. Мужики, это мерзость для меня. Вот В смысле? Ты же сказал, что ты би! Вставляю я это с одним из первых его сообщений. И
Не понимаю. Грустные истории тоже происходят. Привет. Привет, как дела? Смотря какая у вас работа и сколько зарабатываете. Смешно. Так много зарабатываете? Я с Украины. Одно сообщение вместо тысячи гривен. Миша был довольно интересный собеседник. Где живете? Алло, я живу в Птицеграде. Сергиев Посад. Сергиев Посад, вы все такие любвеобильные. И какая ваша любимая птица? Красивые девушки, как ты? Женщина не птица, курица не человек. Это правда. Вот так, вот правда. Да. А мужчина кто? Никто, согласна. И звать никак, верно. А ты где живешь? Где живешь, там не срежь. А что, я не могу взять в обиход некоторые цитаты из предыдущих диалогов? А почему так грубо? Зато мудро. Ну и молодец, просто не надо грубить, я с тобой по-человечески. Он вроде отходчивый. Грубиянка. А вроде бы и нет, как приливы и отливы. Неправда вам показалось. Но если что, простите, расскажите о вашей жизни, кем работаете, сколько жить осталось, есть ли заболевания тяжелые. Ну хорошо, у меня гостиница, ресторан, бань, живу в Московском. Я... области. Чувство очень хорошее. Если есть желание, можешь приехать в гости. Сколько стоит ночь в гостинице и баню затопить? Номера стандарт 2500, студия 3500, люкс 4500, спа-комплекс. Комплекс 2500 за час на 6 человек. Турецкий хамам, бассейн, кадровый парной, стелиной комната, купель. Люблю, когда у людей цель познакомиться, но они... не постесняются и не поленятся расписать full price. Что-то дешево, а сколько у вас звезд? Вы там хоть полы моете? 5 звезд. Ставь лайк за вторую часть культа продуктовых критиков. Я вас на Яндекс.Картах отзыв оставлю. Посмотрим, вы там повар или уборщик. Хорошо, я там гендиректор. Пошля ты. Простите, я не хотел вас оскорбить, только узнать подробнее. Я хотел снять люкс на пару дней, ключ оставлю у порога для вас. Что думаете? Приедешь ко мне и узнаешь, кто я такой. Сейчас что угодно можешь оскорбить. Ого, а вы любите быть главным? Все-таки не такой уж отходчивый. Человек с редким и интересным именем Реми. Красивая еще и бишечка. Зай. Кто? Да, Реми. Вы готовите вкусно? Не умею, да. И стряпать, и все умею. Только стряпать, и все? Нет, и все остальное. Жарить. Тварить. Что? Запикать. А? Возможно, я слишком далек от кулинарной индустрии, не знаю некоторых терминов. А вот Реми, возможно, тот самый. А вы французское гражданство имеете? Нет. Ну да, у него тоже вряд ли было. Никогда не помогали начинающему шеф-повару продвигаться по службе? Я же не шеф-повар. Тоже нет. Похоже, это он. А я шеф. Так в этом и суть. Управляли им за волосы буквально, нет? Нет, не было. Ладно, еще уточню. Крыс в роду не было? Не было. Тогда, скорее всего, обозналось. А зовут-то вас Реми? Ага, Реми. Значит, тезка. Может. Очень вряд ли. А! Я только сейчас заметил Витька. Подожди. Еще уточню. Крыс в роду не было? Не было. Тогда, скорее всего, обозналось. А зовут-то вас Реми? Ага, Реми. Значит, тезка. Может. Ля, сука, ля, блядь. Очень вряд ли. С Денисом я немного не удержался. Привет, давай знакомиться. Привет, Денис, на хую повис. Это меня папа научил, его тоже зовут Денис. Чувствую вибру, у вас все нормально. Как ваше полное имя? Альфертинья. Ваше с буквой... с большой буквы В на... Блядь, какой нахуй воспитанный человечек-то, а? Его, значит, можно сказать, нахуй послали. А ваше имя как? Ладно. Необычное, но сложное. Греческое. Чего? Казахское. Не похоже ты на казашку. И такого имени нет, ты просто брехушка. Часто меня раскрывают, но в этот раз все изменилось. Многие тут сначала пытаются скрывать своих внутренних шалунов, но всегда они вылезают, всегда находят выход. Брехушка. Забавное слово, брехушка. Брехушка. Привет, прекрасная Аня. Побрякушка. Поберушка. Аня, ты очень очаровательная девушка. Кстати, я поберушка. Девушка, мужит, пообщаемся. Может и да. И как тебе здесь общение? Нравится тебе тут? Ну вот от вас самое увлекательное пока. Аля, ну не из тех, которые пишут тебе пошлые слова. А у тебя есть WhatsApp? А я из тех. Грязный Петрушка. Любишь, когда тебя шлю? WhatsApp, серьезно, им кто-то пользуется. Не, им пользуются чаще всего какие-то агенты, там, знаете, которые квартиры вот сдают. Там, с WhatsApp напишите, там, через WhatsApp все, в WhatsApp, блядь. Какие-то компании, там, люди, которые, блин, работают где-то, вот. Но чтобы просто человек, который просто, типа, общается с друзьями, ну, через WhatsApp, серьезно? Когда есть Telegram, нахуя нужен WhatsApp? Реально. Ну, реально. Я не понимаю. Ноготочки, да, там, вот, когда вот ты записываешься, там, к парикмахеру, там, я не знаю, еще куда-то. Чаще всего через WhatsApp это происходит. Хотя у меня, например, продвинутый парикмахер, и мы с ним через телегу это делаем.
Вот. Ну, WhatsApp, ну ты серьезно, блядь. Любают. Я люблю, когда загоняю свой писун. Им только дай хороший повод. Дай хороший не обязательно, просто хоть намек. А иногда и без них. Михаил решил... Так ты маме скачай телеграм и все, какие проблемы. Делать камин-аут достаточно быстро. Какие? Так, глядишь, там через пару недель мама уже будет за Навального там и все вот это остальное. Отношения ищешь, если не секрет? Нет, ну о таком сразу не говори. Какие отношения ищешь? Ищешь. Если не секрет. Порядок, понятно. Ага. Нравишься, вот и пишу тебе. Какие планы на вечер? Чем занимаешься сейчас? А какие вы ищете, если не секрет? Я вроде бы как серьезный, просто для дружбы и для секса. Секс как ни крути нужен. Ну и стандартная схема, ничего здесь особо не удивляет. Делаю массаж. О. Извини, что так прямо. Семья, дети, работа, детей хочешь? Да ничего, это раньше за такое пристыдить могли, может даже побить. Сейчас массаж довольно плотно вошел в наш быт, даже по телевизору упоминать разрешено. А ты откуда родом? Расскажи о себе. Я родом из прекрасного города Нурек, в самом сердце Таджикистана, рядом с крупнейшей электростанцией Таджикистана и Средней Азии. Молодец. Похвалил меня за место моего рождения и испарился из диалога. Интересно, за какое место рождения можно сказать, что не молодец? Я родился в электростале. Фу, электростале. Так можно, ну. Чё вы, блин? Наконец-то мне написал настоящий Ромео. Настоящий Ромео. У вас красивый бюст. Какой у вас размер? Аля, ты встречаешь для отношений? Нет, я провожаю для расставаний. Я не знаю, Джульет, я Жульену знаю. Что так? Если вам не нравятся отношения и за двер нравится. Да, с тобой тогда опасно отношения иметь. Ебать, смайликов накидал. Быдло. Немного не понял эту смайловую полюцию, но почему бы не поддержать? Да, будьте осторожны, ячич, что вас сразу за двер. За двер, блядь, что такое за двер, нахуй? Спасибо. Ну ладно, следующий день будет скоро. За дверь, блядь. Есть только 100 тысяч. Какой нахуй за дверь? Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Веб-шпион. Эти цепи на мне. Эта сука так манит. Закаменел, будто каменный камень. И вообще, не забывайте, что я вам должен 13 сабок. Жопу помою, запрыгну. Сперма!